Всем привет! Сегодня мы поговорим о том, как сделать секретный склад или секретную мастерскую. Выглядит это вот так. Получаем доступ в наше помещение, к сундукам, ко всему остальному и, соответственно, точно так же помещение можно скрыть. Разумеется, в качестве активатора можно использовать не только рычаг, но и секретные активаторы. Ну а теперь давайте такой механизм построим. Данный механизм целиком стакабельный, поэтому строить я буду только один сегмент. Предположим, что вот это уровень нашей стены, а вот это уровень пола. На три блока выше уровня пола делаем цепочку из четырех блоков. Далее прокладываем три кусочка редстоуна вот так, убираем вот этот блок и устанавливаем наблюдатель, выход которого направлен вниз. Далее поверх наблюдателя ставим повторитель с одним кликом задержки. Затем вот в эту точку устанавливаем четыре липких поршня, направленных горизонтально в сторону нашей стены. Под крайним нижним поршнем еще один наблюдатель, также направленный вниз, блок под этим наблюдателем, два кусочка редстоуна, повторитель без задержки, еще один блок, липкий поршень, направленный вверх вот в эту точку, и смещаем блок стены поверх этого поршня. Вот здесь можно закрыть, и вот в этом месте образовывается пустое пространство из двух блоков, куда мы можем поставить сундуки, либо что-то еще. Ну давайте проверим наш механизм в действии. Ставим рычаг, при подаче сигнала механизм закрывает помещение, ну и когда мы сигнал убираем, наше помещение открывается. Принцип работы данного механизма очень простой. Вот эта часть схемы — это всего лишь сдвиг блока на две позиции вбок с использованием наблюдателя. Соответственно, нижний наблюдатель срабатывает только тогда, когда работает вот этот поршень, то есть в моменты переключения схемы. При этом вот здесь появляется короткий сигнал, который заставляет данный поршень перемещать вверх и вниз блок стены. Как вы можете видеть, принцип работы очень простой, и надеюсь, что данный механизм вам понравился. Ну а на этом на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте оставлять ваши комментарии, оценки, подписываться на канал. Пока!